Если у вас воспалились миндалины, но опять-таки от ангины, можно использовать другое средство, опять-таки полоскать горло настоем. Здесь мы уже используем травы. Берем цветки календулы, прекрасно дезинфицирующее средство, вяжущее, да? Листья шалфея лекарственного. Желательно, чтобы листья шалфея лекарственного были собраны с верхушек стеблей и во время цветения. То есть во время цветения это самое сильное растение получается у нас. И мы вот берем вот эту вот силу. Итак, что мы берем? 4 чайные ложки шалфея. Завариваем. Двумя стаканами кипятка настаиваем 20 минут и процеживаем. Либо 4 чайные ложки цветов календулы и делаем с нее настой. Настаиваем 30 минут. Лучше всего все это сделать в термосе со стеклянной колбой. Через полчаса все это настоится. Как правило, осядет. И мы наливаем и полощем. Полоскать опять-таки надо часика через 2. Чем больше мы полощем, тем лучше будет результат. То есть это местное у нас идет воздействие.